Меня зовут Андрей Борисевич, я уроженец города Минска, Республика Беларусь. Прожил в Беларуси около 23 лет, мне кажется, и после чего переехал в Москву. И в настоящий момент живу в США, во Флориде, где я занимаюсь авиационным бизнесом. В частности, управляю авиационной школой Sky Eagle Aviation Academy. На крыле самолета, который я сижу, и вот вывеска находится за моей спиной. С детства увлекаюсь авиацией, с 6 лет мечтал стать летчиком, проводил часы возле аэродрома Минск-1. А на сегодняшний день у меня чуть больше 3000 часов налета. Я линейный пилот США, у меня есть лицензия сертифицированного летного инструктора. Я могу готовить людей к полетам на самолетах как на двигательных, так и на многодвигательных. Как по визуальным правилам, так и по инструментальным правилам. Плюс у меня есть тайп-рейтинги на Аэробус 320, командирский рейтинг, и на Learjet 60. В свободное от школы время я летаю на Learjet для чартерной компании по всем США. Мы выполняем полеты между городами Соединенных Штатов Америки под заказ. Соответственно, примерное время, которое я провожу в воздухе, 60-90 летных часов в месяц. Чего я не делал раньше и что для меня будет в этом путешествии челленджем, я никогда не пересекал Атлантику на маленьком самолете. Ну и, естественно, я никогда не пересекал Берингов пролив на маленьком самолете. А именно это мы и собираемся сделать в нашем кругосветном путешествии на самолете Cessna-182. Мы собираемся перелететь из России на Аляску, пересечь Берингов пролив, и мы собираемся перелететь из Канады в Европу по северному маршруту через Атлантический океан, через Канаду, Гренландию, Исландию, Фарерские острова и дальше в Британию, либо в Данию. Вот коротко, что вы хотели обо мне знать. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их вот там в комментариях. У нас есть Инстаграм, у нас есть YouTube-канал, и у нас разрабатывается сейчас сайт, который можно будет найти по ссылке letim.by, либо на сайте Белорусской Федерации авиационного спорта.